Одно из ульяновских производств газового оборудования «Сервис ГАЗ» посетил генеральный директор «Газпром Межрегион ГАЗ Ульяновск» и «Газпром Газораспределение Ульяновск» Владимир Камека. Интерес к заводу вызван не случайно. Предприятие является одним из крупнейших профильных производителей отечественного газового отопительного оборудования. К тому же завод успешно сотрудничает в рамках мероприятий по дегазификации с рядом компаний группы «Газпром Межрегион ГАЗ». Это настоящий, конкретный, надежный партнер как для группы компаний «Межрегионгаз», «Газпром Газораспределение Ульяновск», так, я надеюсь, и по качеству выпускаемой продукции те потребители, кто приобретет это оборудование, они будут довольны. И благодаря оборудованию «Сервис ГАЗа» в домах будет тепло, комфортно и уютно. В этом году завод по производству газового оборудования «Сервис ГАЗ» отметил 25 лет. Предприятие четверть века работает на российском рынке и обеспечивает своей продукцией не только Ульяновскую область, но и практически все регионы страны. Можно смело сказать, что ульяновские газовые котлы и разработанные к ним специалистами завода комплектующие не уступают по качеству импортным и доступны всем слоям населения. У нас даже первое время свои котлы называли «народный котел». Потому что это самые дешевые котлы, которые идут по домовое отопление. То есть это в населенные пункты, в деревни, в район. Наша следующая задача – произвести настенный котел для поквартирного отопления. И котлы от 500 до 1000 киловатт, ну, то есть 0,5 и 1 мегаватт. Изначально предприятие разрабатывало и производило газовую автоматику, то есть блоки безопасности, которые отвечают за процесс горения и за безопасность отопительного газового оборудования. Сегодня предприятие выпускает еще и котлы под торговыми марками «Очаг», «Буран» и «Артек». На предприятии работает порядка 300 человек. Выпускаем мы, как я начинал говорить, газогорелочные устройства, автоматику и горелки, бытовые газовые котлы до 100 кВт. Массово выпускаются как с чугунным теплообменником, так и с цистерным теплообменником. На заводе практически полностью отказались от европейских комплектующих. Здесь внедрено полное импортозамещение. Больше всего востребованы у покупателей системы автоматики и безопасности котла, зарегистрированная под брендом «Сабыка». Модельный ряд «Сабыка» составляет более 90 наименований. По словам руководства, к следующему году планируется запустить производство запальных горелок, которые разработаны на данном заводе. Документация уже готова. Не менее важно, что вся продукция «Сервис ГАЗ» обязательно проходит многократный контроль в процессе производства, надежна и проста в эксплуатации. Поэтому, чтобы в вашем доме было тепло и уютно, нужно подать заявку на дегазификацию, воспользовавшись официальным порталом единого оператора газификации Российской Федерации. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.